Всем привет! Бой и противостояние на карте Два берега. Противник – конфедерат Дима Тигр. То есть Тима Тигр. Сверхбыстрая развертка. О, блин. Я, кажется, не заметил, как поставил лишний центр снабжения. Да ладно. Обязательно завод штурмовых машин на развертке, иначе все бессмысленно. Обязательно нужно взять в центре два ящика, иначе все остальное бессмысленно. У меня такое ощущение... А нет, он все еще играет. Мне показалось, что он не будет играть. А он играет. Скорее всего, без бустов. А нет, нормально. Просто пошел с другого хода. Да, по центру он вообще не двигался. Ну ладно, сделаю два койота. Нужно было заказать раньше, как я это обычно делаю. Но мне показалось, что он не играет, и я ослабил свою бдительность. Ну, если бункерами не зарашит, то все нормально. Так, по центру стоит бункер, но я все равно поставлю. Поеду-ка я там сюда. Ведь главная опасность сейчас – это раш бункерами. А если он вынесет строй двор, и я это не замечу, то мне хана. Вторым койотом я объеду его с левого тыла. Я пока не знаю, во что он выходит, поэтому сразу поставлю авиазавод. Кажется мне, что я не смогу его разведать. Если здесь стоит бункер, то я не разведаю его. Нет, разведаю. Отлично. Нет, не нравится. Да. Все так, как я и думал. Ну, что делать? Вот что делать. Вышки. Много вышек. Очень много вышек. Вышки. И вертолеты. Пока что я ставлю вышки в хаотичном порядке. Мне сейчас важнее количество, а не то, как я их ставлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вышек. Можно делать ягуары. Боже мой. Там слишком много пехотинцев. Может, мне тоже следует сделать стрелков? Хорошо, на защиту я потратился. Можно выходить в эго-хам. Так, передний вертолет пока что притормози. Иначе умрешь. Этим вертолетом буду разведывать его. Так, бункер строит.
О, боже мой. Как много здесь. Все еще второй завод. Он пока от своей идеи не отказался. И будет дальше делать молотов и пехотинцев. Но от пехотинцев у меня вышки защитят, а от молотов стрекозы. Ладно. Еще раз разведаю его. Ой, 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 нужно отступать. Понятно. Так, стрекозы мне больше не нужны. Все, что нужно было сделать, я сделал. Только для разведки. Да. Пойду-ка замочу его. Ой, он уже нападает. Так. Я пока ничем не контролирую. Все сами делают юниты. Но мне кажется, что нужно сделать что-то большее. Так. Хорошо, вертолетов отводим. И пусть они здесь стоят. Сам пока буду делать мясо. И включу оборону. Да, я успешно отбиваюсь, он мне только вышку уничтожил, все остальное он прозевал. Так, вертолеты вниз, броники вверх и пехота тоже вверх. Потому что сейчас он будет убегать. Да, он убегает. Нужно, чтобы пехота догнала. Броник пускай остается здесь. Отлично. Еще разведка. Да. Нужно отправить на разведку. Ну, а самому можно уже не париться. Тайфун погибает. Можно отступать и поставить сюда вертолет. Он опыт свой штаб до третьего уровня. Отступаю. Иначе мой вертолет от бункера погибнет. Не умирай, не умирай. Не умирай. Отлично, выжил. Все вниз, кроме этого вертолета. Так, еще одну. Еще нужен один хамелеон. И побольше пехотинцев. Пока что по количеству войск я лидирую. И по качеству тоже я лидирую. Он только выходит в третий штаб, поэтому мне больше ничего бояться. Здесь я контролирую ситуацию. Поставлю еще пару вышек. Сюда и сюда. Хотя нет, поставлю туда, когда увижу, что он едет. Так, все сюда, кроме тебя. Ты стой здесь. Хорошо, едем на разведку. Все остальное тоже вверх. Назад. Включаем тебя.
пехотинцы назад, а то от бункера умрете. Ладно, все остальное пускай на базе стоит. Это не нужно. Назад. Атака. Назад. Пока что стойте. А можно вперед. О, понятно. Ты будешь это атаковать. Боже мой. Я отключил. Да, я отключил. Я выключил хамелеон. И потерял вертолет. Прежде я не контролировал столько. То есть мне не часто выпадается контролировать разные виды войск. Чаще это просто ягахам. Поэтому сейчас лучше мне лучше разделять свои войска. Да, лучше разделять. Ну, поехали. На ракетную установку. И назад. Назад. Стрелки вперед, а все остальное назад. Неплохо. Теперь все остальное вперед. Стрелки на месте стоять. Ягуары тоже на месте. Пускай бункер уничтожится. И можно стрелков отправлять вверх. Стрелки, стоп. Задние ягуары вперед. Стрелки немного назад. Раскладом ягуаров. О, прилетел первый вертекс. У меня есть три дикобраза, так что не проблема. Стрелки вперед. Вот и снова я не заказываю свою армию. Ну, давай, сеть сверху. Хамелеон закончился. Но это уже не важно. Больше он не живет. Всем стоп. Да, контроля в этой игре от меня не было. Как бы следовало этого ждать. Но этого было достаточно, чтобы победить. Только из гордости я не хочу, чтобы эта ракетка начала палить меня, поэтому уничтожу ее под хамелеоном. И все. Это конец боя. 15 минут. Ну и вышки меня защитили. Хорошо. Всем спасибо. Всем пока.